Мне, в принципе, все устраивает. Мне нравится, что сейчас происходит. Если объективно оценивать начало и конец моей сознательной уже, когда я сама стала зарабатывать, вошла в взрослый мир, то, в принципе, динамика меня устраивает. Мы выбираем сейчас президента для страны, для будущего. И я заинтересована в том, что делается сейчас. И хотелось бы, чтобы это продолжилось и даже улучшалось, потому что молодое поколение должно жить в мире, в согласии, чтобы не было войны. Спасибо, до свидания.